Добрый день! Добро пожаловать на канал «Вечерние посиделки». Меня зовут Анна, и сегодняшнее мое видео я хотела бы посвятить моим наборам вышивки крестом. И хотела бы начать сначала с фирмы «Алиса». Мне фирма эта очень нравится, у них такие нежные, приятные дизайны. Многие я бы хотела вышить. Вот один из них – это утренний кофе. Это новинка, такой красивый сюжет весенний, размер 23 на 22, канва Аида 16, такой красивый дизайн, здесь и салфетка, и кофе, кружечка кофе, конфеты, кофе, вот зернышки рассыпаны. Стрекоза и прекрасные весенние такие цветы, летние, весенние. Мне очень нравится этот дизайн. Хотела бы уже начать его вышивать. Купила я его совсем недавно в магазине «Мир вышивки». Там уже появились новиночки фирмы «Алиса». Здесь вот схема такая большая, крупная. Нитки не очень яркие, скорее бы я сказала, что они такие бледненькие. Даже вот я смотрела обзор с выставки, где вот эта работа отшитая была. Ну, там все говорили, что очень бледная работа. Но мне все равно она очень нравится. Она очень красивая. Очень хочу ее вышить. Следующий наборчик. Тоже от фирмы «Алиса». Это матрешка «Летняя краса». 19 на 26 размер. Канва Аида 16. Вот, она очень-очень красивая. У нее такие зеленые глаза. Прекрасный яркий летний платок с цветами. Ягоды красивые очень. Коса здесь такая. Этот я дизайн выбрала для мамы, хочу ей вышить и подарить на кухню. Я думаю, будет очень так красиво смотреться. Но нитки здесь просто очень яркие, создающие летнее прекрасное настроение. Металлизированная ниточка есть. И вот немножко бисеро-бусинок таких украшаются у матрешки вот этой красивой рукава. Вообще у них еще 4 матрешки, то есть 3 матрешки, вот это четвертая. Там зима, осень и весна. Они все прекрасные, все красивые. Но мне вот захотелось вот матрешечку, которая с ягодками. Вот она мне больше привлекла внимание, но они, я повторюсь, все очень красивые. И все бы я их, конечно же, вышила. Так, следующий наборчик. Мне тоже он очень нравится. Пеночки из слива. Размер 90, ой, размер 29 на 16. Канва Аида. 14 здесь идет. Ну, не написано. Вот такие прекрасные птички. Красивые. На воробушков немножко похожи. И красивые сливы. Прекрасные тоже. Яркие, сочные. И листики здесь красивые. И птички такие. И сами сливы, веточки. Все очень красиво. Тоже хочу этот наборчик вышить. Вот ниточки здесь яркие. Такие вот. Схема тоже. Такой тоже красивый наборчик. Еще один наборчик. Мне очень тоже он нравится. Это роза и бабочка. Размер 17 на 25. Красивая бабочка махаон. Розы прекрасные. Ну, здесь Аида 14 идет. Такая красивая. Я, кстати, смотрела вот этот дизайн. Он у Теа, по-моему, есть. И еще у какой-то фирмы. Но там цена гораздо дороже. Там больше 2000 вот у Теа стоит. Еще какая-то фирма, я... Не помню название. Я видела точно такую же розу. У той только она персиковая, а вот у той фирмы она такая же розовая. Вот.
У Алисы она тоже очень красивая. Не знаю, кто у кого взял дизайн. Наверное, Алиса. Ну, не знаю, в общем. Яркие такие цвета, мулине. Тоже прекрасная крупная схема. Мне у Алисы очень схемы нравятся. Они такие крупные и, главное, цветные. Очень удобно вышивать. Такой тоже наборчик. Следующий набор. Это тоже Алиса фирма. Малиновка. 17 на 17. Канва Аида 16 каунта. Вот такая вот тоже красивая птичка малиновка. Ниточки здесь. Много ниточек. И схема яркая, цветная. Так, другой вот наборчик мне подарила сестра на 8 марта. Танюшка, спасибо тебе большое. Розовый пион 10 на 11. Вот такой тоже яркий, летний. Тоже хочу его очень вышить. Такой прям создающий летнее или даже весеннее настроение. Сейчас как раз весна, хочется чего-то такого повышивать яркое, цветочное, ягодное, что-то вот хочется такое. Нитки очень яркие, красивые, зеленые, малиновые, розовые тут. Очень красивые. Так, 14 каунт, да, здесь 14. Я уже тут обметала, уже подготовила к вышивке. Так, следующий наборчик, это остатки от набора. Британский кот, я его уже вышила. Размер 12 на 11, на 11. Вышивается тоже на 14 Аиде. Вот такой прекрасный, прекрасный кот. Красивый. Висит у меня на стенке, очень радует меня. Очень хорошо проработана схема, такой как настоящий кот, прям живой. Вот здесь вот ниточки, схема. Это у меня остатки от набора. Я уже его, повторюсь, вышила. Еще вот есть у меня остаточки тоже от набора. Называется клубника. 27 на 19 размерчик. Вышивается тоже на Аиде 14 каунта. Такая вот яркая клубника. Наверное, с голубикой или с черникой. Не знаю, что это за ягодки. И цветы. Ну, у меня он тоже уже висит на кухне. Это остатки от набора. Тоже очень красивый такой дизайн. Тут схема у меня. Так, еще один у меня наборчик. Фирмы «Сделано с любовью». Мне очень понравился набор вот этот мятный латте. Дизайнер Светлана Прокопец. Вот такой красивый кексик и кофе здесь. Можно вышить, я думаю, на кухне повешать. Яркие нитки. Нитки идут ПНК имени Кирова и Аиды 14 каунт. Там вот у них много разных еще дизайнов красивых, таких аппетитненьких. Я вот этот выбрала себе для вышивки. Показался он очень тоже красивым. Размер 20 на 30. Так. Следующая фирма. Вот у меня идет следующий наборчик. Это Риолис. 13.05. Сотвори сама. Здесь прекрасное морозное утро зимнее. И две синички и воробушек. Ягодки рябины. И вот вдали такой лес морозный. Нежный такой. Голубой. Тут сиреневый, желтоватый такой, с розовым. Ну, красивые цвета. Размер готовой работы 40 на 24. Так, значит, 14 каунт. 21 цвет. Шерсть. Здесь ниточки шерстяные. Вот. Очень красивый такой наборчик. Прекрасные цвета, нежные. Ну и яркие тоже. Тоже мне нравится. Следующий наборчик идет от фирмы Риолис. Прекрасный такой попугай.
яркий. Белый, тут вот ягодки, веточки, листики. Ну и красивый такой кокоду. Размер готовой работы 30 на 40. Каунт 14. А ниточки анкор. Вот 1362 номер. Вот такие красивые нитки. Блестящие. Канва такая бежевая какая-то такая. Ну даже не бежевая, потемнее, чем бежевый. Такая немножко кофейная, что ли. С кофе с молоком. Вот, ну такой красивый наборчик. Тоже мне очень нравится, хочется повышивать. Так, ну и последний мой набор от фирмы Золотое Руно, рыжие называется. Здесь такая девушка на окне, в общем, сидит у окна. И двое прекрасных рыжих котов, герань. Вот, и салфеточки на окошечке, значит, у них. Прекрасная резьба. Рама у окна такая. Так, значит, по мотивам картины Дорониной. Размер у нее 38 на 38, 45 цветов. Мулине идет фирмы Мадейра. Итак, и на 16 каунте она вышивается. Очень прекрасные такие милые котики. Прямо один такой улыбается, довольный. Но я вот прям сильно хотела ее вышивать. Купила, и что-то она мне немножко разонравилась. Вот что-то не хочется. Ну, может, потом. Вот здесь очень много ниток. Я в рукоделове покупала. Очень много таких зеленых, рыжих тонов. Очень много их. Большая картина, видимо, будет. Вот. Ну, в общем, надеюсь, у меня будет настроение. Я все-таки вышью эту картину. Так, ну вот, показала все свои наборчики. Большое спасибо за внимание. Так, вот. Подписывайтесь на мой канал «Вечерние посиделки». До скорых встреч. До свидания.